Доброе утро, доброе воскресное утро. На связи с вами Ольга Барабанова. И хочу передать вам воскресный привет из самого сердца Братиславы. Привет, привет. В Братиславе сегодня солнечная погода, замечательное воскресное утро. Когда-то я думала, что люблю путешествовать, но когда мне задали вопрос, в каких странах ты была, я поняла, что на тот момент я только мечтала о том, чтобы начать путешествовать. Сегодня я нахожусь в Словакии, и это уже 10-я страна по счету, в которой я попутешествовала за последние 3 года. Это самое сердце сейчас Братиславы, раннее утро, еще раньше 8 утра сейчас. И я понимаю, что я действительно люблю путешествовать. Впереди насыщенный день, воскресный день, достопримечательности Братиславы, отличная солнечная погода, настроение отличное, чего, друзья, и вам желаю. Путешествуйте, наслаждайтесь жизнью, достигайте цели, которые у вас есть, мечты, которые у вас есть, потому что все на самом деле в нашей жизни реально. Чем больше мечтаешь, тем больше получаешь. Особенного вам воскресного дня. На связи с вами была Ольга Барабанова. И привет вам из Братиславы.